Это сказочный остров. Волшебство здесь в порядке вещей. В день, когда мы одолели дракона и спасли принцессу, мы сперва подумали, что спасли ведьму. Поэтому хорошенько ее проучили. Кто же знал, что она превратится в принцессу-фей? Ведь всем известно, что принцессы не похожи на ведьм. Я проклинаю вас всех, семеро глупцов. Всякий раз, когда на вас кто-нибудь посмотрит, он увидит лишь маленьких, уродливых, зеленых гномов. В доме кто-то есть. Коварная ведьма. Так схватим ее и заставим снять заклятие. Твоя песенка спета, злодейка. Кто на свете всех милее? Девчонка в красных туфельках. Найти ее! И какая магическая сила у этих туфелек? Они делают меня стройняшкой. А вот и настоящая я. Почему они преследуют тебя? Мои туфли, они волшебные. Мне не нужна ничья помощь. Опять? Сколько можно ждать? Поэтому твоей сказке конец! Спасем красные туфельки! Угощайся. Яблоко. Очень подозрительный фрукт.